Владивостокские зооволонтеры приняли бездомных собак из Республики Бурятия в третий раз. Сейчас животные находятся в ветеринарных клиниках, где им оказывают необходимую помощь. Всего с декабря прошлого года из Бурятии прибыло 37 бездомных собак. Владивосток всегда являлся городом людей с открытой душой. И в неочередной раз волонтеры города Владивостока показали, что даже такие дела, как самоприверженность делу и принять собачек, это их настоящая душа. Это и есть отражение нашей народности, нашего города. По словам волонтеров, они не могли остаться равнодушными после видеороликов из Бурятии, где ежедневно в приюте погибают 20 собак от голода. Сейчас только когда животные будут полностью здоровы и чипированы, их будут пристраивать в заботливые приморские семьи. Ежемесячно у нас в городе проходят акции по пристройке животных, выставки раздачи, как их принято называть. И на этих раздачах ежемесячно раздается очень много красивых котят, красивых щенков, ну и взрослых животных в том числе. Отметим, в рамках проекта «Животные города В» проводятся выставки раздачи животных, организаторами которых выступает администрация Владивостока. Всего за год 500 животных нашли свой дом. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.